Всем доброго утречка. Мы уже с утра бежим, едем к Милане в школу забирать документы, перевозить другую школу. Милашка идет. Идем садиться. А мы возвращаемся ни с чем. Не успели мы в школу заехать. Началось совещание. Мы туда позвонили, нам сказали, что, в общем, мы не успели. Костя поедет один. Уже понедельник, получается, поедет и заберет Миланины документы. А сейчас мы поедем, и Милане выписывали книги. И Костя, если успеет, то подстрижется. Мы уже дома, и вот что мы купили. Купили книжек Милане и Злате. Вот Милана у нас читала из этой серии, покупала книжку. Мы купили еще две. И разных писателей она смотрела на Лабиринте, выбирала по отзывам. А это Злате, «Поцелуй в ладошке» купили. И моя долгожданная лампа. У нас даже есть уже стоечка. В общем, теперь я смогу даже снимать какие-нибудь разговорные видео, рассказывать о чем-нибудь. Вот. Красота! Первым делом я бежала разбирать шкаф. Вообще, я себе составляю план на день и стараюсь его придерживаться. Если вдруг что-то у меня выходит из-под контроля, то обязательно на следующий день я это переписываю в новый свой план. Но так мне легче структурировать свой день. Мне тогда понятно, я больше успеваю, мне так удобнее. Это вот такая кучка лежит, выкидывать. Это все, что маленькое. Ну, правда, здесь есть вот это, допустим, от роликов сумка. Там защита лежит. Милана не пользуется ни сумкой, защита ей уже маленькая, она вся истерлась и задралась. Старые ранцы, вот один более-менее, но она ранцы не носит. Ей уже рюкзаки другие нужны. И ранцы такие, не очень. Поэтому здесь, в общем, перебрала частично, это все выкидывать. Вот. Я побежала на реснички, включаю патефон, аудиокниги, это приложение с аудиокнигами, и слушаю. Потом, сколько у нее нахожусь, на ресничках, тоже слушаю аудиокниги. Я уже с ресничек бегу. Мама гуляла со Златой, они зашли к маме домой. Поэтому я бегу забирать Злату. За Златой. Злато, ты кушать захотела, что ли, да? Сегодня мы с бабкой картошку хорошую. Что ты там смотришь? Нет, это там у них балкон далеко. Забрала Златочку, все, идем гулять еще. Потом дождемся Милану, я пойду готовить рис. Пойдем, дочь? На гарнир отварю. Все, пойдем. Все, быстрее на площадку, но подружек нету. С лампой-то вообще прикольно, так вообще нормально, так держать ничего не нужно, все хорошо. Сейчас у нас уже почти вечер, и мы сейчас вместе с Костей поедем возобновлять, вспоминать мои знания вождения. Сейчас будет, у нас наступает осень, Милана у нас идет в художественную школу, будет учиться, да, по знанам, сказали на занятия. Поэтому некоторые дни буду забирать ее я, и мне надо будет немножко. Я сдавала на права в 2015 году, я водила, но совсем-совсем немножко, мне надо вспомнить, тем более ездить где-то в городе, для меня это вообще сложно, очень. Вон Костя гуляет. Со Златкой. Злата. Златка. Сейчас поедет сначала Костя, и потом мы в тихом безлюдном месте остановимся, и поеду я. Подальше немножко от людей.
Будем учиться. Мне просто надо вообще прощупать машину. Я за рулем не сидела. Ну, нащупать ее вообще, понять, почувствовать, да, машину мне надо. Поэтому для начала мы просто я покатаюсь немножечко, а потом уже потихонечку. У нас здесь в Краснообске маленькое движение, поэтому можно потихонечку, когда нет большого потока машин, поездить, повспоминать все. В принципе, я все повторила практически. Для меня самое сложное, чего я боюсь, растеряться на перекрестке. Я не знаю, почему у меня такой страх. У меня почему-то я именно боюсь перекрестков. Мы выехали на безлюдную тропу. Нет, ну как, тут машина ездит, конечно. Это просто мне почувствовать машину, навык. Чтобы я не растерялась, мне нужно немножко посидеть. Я почему-то такая бояка прям. В общем, буду пробовать сейчас. Все, мы покатались. Костя пошел в магазин. Стресс снимать. Шучу, ладно. Он просто пошел за хлебом. Я уже дома приготовила крошку перед тем, как мы поехали. Вот мы сейчас покатались. В принципе, зря я боялась. Костя говорит, ты вообще нормально, хорошо, уверенно едешь. Но мы катались, конечно, на дороге не в городе. И в следующий раз мы немножко проедемся, когда будет очень тихо, спокойно. И я проверю себя сама себе в городе. То есть, в принципе, я все правила повторила, все-все. Я просто боюсь растеряться. Вот этот вот страх у меня почему-то, что я что-то неправильно сделаю, как-то вот, не знаю, мне надо просто успокоиться, видимо, немножечко с машинкой подружиться. А мы уже дома и будем сейчас кушать окошку. Милка утопила ложку. Все готово? Да, все готово.